Добрый день! Вы на канале 1001 оттенок Мулине. Меня зовут Надежда. Это мой отчет для СП Юлии Неминской, больше, чем просто большая. Это мой хайет 750 на 562 крестика по картине Эми Стюарт «Секрет карусель». Вышиваю я его на 25-й равномерке полным крестом в две нити. В прошлый раз у меня было вышито, по-моему, 123 тысячи крестиков. В этот раз у меня вышито 133 тысячи крестиков, я продвинулась на 10 тысяч. В прошлый раз рассказывала, что я сломала свои пяльцы на руке и надела вот такие вот, на такие куснапики старые, колючие такие. Этот. Но мне очень понравился вот этот странный размер, который большой, вроде бы и не очень удобный, но зато сюда помещается вся карусель. Вот эта вот нижняя граница карусели, здесь еще будет фон такой весь темный, который я хочу зашить. А будет карусель, и она заканчивается вот здесь. Дальше начинается лес. И уже такая скудная цветовая палитра, скажем так. То есть, а вот это все основное цветовое пятно, оно вот здесь. Вот, я начала вышивать всяких цветов, которые были вот здесь. Вот, там зеленого прошлась. Ну, где что было. Вот это, например, шарик уже, который где-то посередине картины как раз находится. Вот. Начала вышивать всеми этими цветами. Потом решила, что я хочу зашить вот этот низ и сдвинуть немножко вниз картину, чтобы вот здесь вот не тянуться вот так вот неудобно в такую верхотуру, а немножечко сдвинуть, как, ну, вот на столечко сдвинется вот это вот. Я смогу спокойно там без такого неудобства тянуться. Вот. Ну, мало что пока прорисовывается, поскольку область большая, 10 тысяч на ней не выглядит так уж прямо красиво. Но зато вот это вот, обратите внимание, ноги. Это нога будет, а вот это уже нога в тени, которая уже есть. Вот эта нога тоже будет. И вот здесь рядышком копытца тоже ноги. Вот. Немножко я расстроилась, что сюда не помещается лисичка. Лисичка будет вот здесь. Здесь у меня на лошади будет сидеть, по-моему, енот. Здесь какой-то зверь будет обертом или кто-то такой. И еще вот тут наверху, вот здесь, будет сидеть сова. Вот. Сейчас я покажу это все на своем планшете. Вот на планшете, если вот уменьшить, то видно как раз вот эту четкую границу этой карусели. И сверху вот уже сплошь пошли деревья, и там очень такая цветовая палитра, вот такая же, как здесь. То есть там синие, темно-синие, темно-зеленые, всякие такие цвета, которых здесь, в общем-то, и нету практически на карусели. Но зато сама карусель пестрит разными другими цветами. Поэтому я хочу вышивать ее вот как раз на таких больших снапах, чтобы вертикально вот так вот вышить. Ну, а потом у меня будет вторая часть, которая тоже будет вот так вот. И потом еще одна вертикальная будет. Вот здесь остаточек с оленем. Вот. Сейчас покажу, что у меня это выглядит как. Вот. Вот сейчас у меня граница идет вот по этому шарику. Вот по вот этому шарику. Голубенький, вот этот зелененький. Голубой с зеленым шарик. Он как раз на граничке. На границе. На 400 крестиков. Вот здесь вот идет енот, какой-то бобер, мне кажется, или кто это, я не знаю, какой-то зверенок. Вот. Здесь максимум я могу успеть там, ну, немножко ноги задеть. Мне кажется, даже нет смысла задевать, потому что только нитку зря отрывать. Вот. И вот здесь вверх я вышью вот эту вот картинку с маяком. Здесь буквы, которые нечитаемые, конечно. Но вот эта картинка, мне кажется, у нас с маяком. Интересно, какая она будет. Мне почему-то кажется, что это маяк. Так что я буду вышивать вот эту сейчас часть до шариков. Включительно. Но без лисички, скорее всего. Без лисички и без вот этой вот задней ноги лошадиной. Следующая часть у меня будет уже вот лиса. Наверное, вот до сюда, наверное, половина кресла там. Да.
Ну, а потом уже остаток. Небольшой вот этот олень. В общем, как я и говорила, вот эта часть, она вроде как самая такая нудная. Что вот здесь такой большой-большой участок. Что здесь такой кусок карусели как бы не очень. Вот. Но без нее не было бы такого масштаба, конечно. Ну, а вверху будут вот такие вот деревья. Уже все в одинаковой цветовой гамме, только что небольшое разнообразие будут вот эти вот гирляндочки, маленькие лампочки. И все. В остальном это будет вот такая вся цветовая гамма. Ну, там может штук 20 цветов. В основном 10 и еще 10 каких-нибудь там, типа, неожиданный один там ярко-зеленый какой-нибудь, вот как здесь у меня, допустим, был так раз, и ни с того ни с сего там, допустим, здесь был зелененький, там здесь зелененький. То есть так они встречались, одиночки такие. Собственно, это все. Хотела я успеть больше, но не успела. Декабрь такой месяц оказался загруженный. Вот. Ну, как всегда обычно бывает декабрь. Я думала, что раз тут у меня будет одна сплошная вот такая зашивка, то я ее быстро сделаю. Но нет, я, во-первых, сначала много еще других цветов здесь вышила. Здесь много вот этих всяких темно-серых, темно-синих, темно-зеленых. Которые заодно я вышивала на всей остальной картине. Как бы они разбросаны, но все равно. Ну, теперь надо долго-долго вышивать. Вот. Здесь тоже я, как и в предыдущих местах, не делала вот такую шахматку. Не нравится мне вот это вот. Вот эти полосы я сделала вот. Ну, так вот, как бы, как мне там, в голову пришло, скажем так. А пришло мне вот так. И вот оно в разброс, без вот таких вот ярких прямо полосочек. Я постаралась как могла. Вот здесь вот я оставила полосы, потому что, ну, там как бы ноги уже, и фиг знает. Там не хочется промахнуться. Там еще рядом зверек маленький стоит. Ну, и на таком большом участке, на маленьком участке, точнее, вот эти вот рядочки не так сильно видно. А вот на большом участке ровном рядочки, конечно, бросаются в глаза. Они длиннее получаются, как-то и ярче. Вот. В общем, я рада, что у меня начинает хотя бы нога проявляться. Надеюсь, что в следующем году я как-то поскорее продвину этот процесс. Обожаю его. Вот даже уже столько времени прошло, я уже года два, наверное, его вышиваю. Или около того. Вот. И все еще как-то вот я не остыла, мне не надоело. Я вроде и хочу вышить вот этого дракона, который меня ждет от Саверы. Но не могу оторваться просто от карусели. Прямо вот с упоением вышиваю каждый крестик. Настолько мне нравится эта работа, эта картина. Так я ее хочу скорее закончить и повесить у себя дома. Я прямо вот знаю, что она будет висеть над кроватью. Будет центром таким комнаты логичным, логическим. Вот. Очень ее люблю. И очень мне нравится, как она выглядит. Все-таки хорошо, что я не стала брать какие-то с лицами там картины, сказки мне очень нравились. Но я что-то посмотрела, подумала, там такие мелкие все вот эти лица человеческие. Думаю, ну как там, вот что там будет видно? Думаю, и слава богу, потому что вот олень, он так как бы, ну, так, относительно, скажем так, прорисован. Но, во-первых, у него все-таки морда такая, не очень, не как лицо. Без таких точёных всяких черт. Во-вторых, размер достаточно большой. Вот поэтому, в принципе, я очень довольна, что я взяла именно эту работу ее. И особая прелесть, что пока ни у кого такой нету. Что меня тоже очень радует. Пока что это одна такая работа, первая. Вот, я могу спокойно шить. Не гнаться, и никто меня не торопит, и не опережает. И нет такого, что я посмотрела, и мне скучно уже свое вышивать, потому что я уже видела, как вышили другие. То есть пока что я только радуюсь. У меня все в новинку. Прямо я очень-очень ее люблю. Вот. Ну, наверное, на этом все. Буду заканчивать. Спасибо тем, кто посмотрел.
Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите мне комментарии, вопросы. Всем отвечу, мне интересно. До свидания. Всем удачи, с наступающим Новым годом. Всем счастья в Новом году. Шустрые иголочки. Всего-всего, что вы еще хотите. Все, пока.